Для того, чтобы чувствовать себя более уверенно, я хожу в тренажерный зал. Если ты работаешь над своим телом и не думаешь о своем здоровье, ты жирофоб. Это неправильно, это не для меня. И кто из присутствующих не был на этой конференции ранее? Хорошо. Ага, неудачник. Положи. А, мой палец! Ты тормоз! Такой тормоз! В жопу общества! Я говорю, потому что до тебя не доходит! Я не вижу неудачи! Я вижу выдержку, решимость, драйв и жертвенность! Ошибся, значит попытался! Тот, кто не испытывал неудачу, никогда не пытался! Это закон жизни! Он это сделал! Ты должен быть монстром, абсолютным монстром, чтобы не позволять им контролировать себя. Разве это не мило? Вы, блядь, все это можете сделать!